Всем привет! Вы на канале GameJulia. У меня сегодня для вас замечательные открытки-конвертики для добрых пожеланий и признаний. Смотрите, какие они милашечки. Вот такой котик, белый медвежонок, ушастая зая и веселый ам-ням. Эти открытки хорошо подойдут для поздравлений с днем рождения или на день всех влюбленных. Они очень простые, вы легко их сможете сделать своими руками. Обязательно досмотрите видео до конца, вас ждет мини-конкурс. Возьмите листочек белого картона или плотной бумаги. Из одного листка у вас получится две открыточки. Складывайте листочек пополам. Делаем складочку. И по этой складочке отрезаем. Давайте сделаем на открытке разметочку. Отмечаем 2,5 сантиметра от левого края, ставьте точечку. И внизу тоже, чтобы провести ровную линию. Вот наша линия. И с другой стороны точно такую же линию сделайте. 2,5 сантиметра отметьте сверху и снизу. Проведите линию карандашиком. Теперь от верхнего края отметьте 5 примерно сантиметров, можно чуть больше. Проведем горизонтальную линию. Над этой линией у нас будет мордашка животного. Отступите сантиметр от горизонтальной полоски и нарисуйте вот такой клапан. Это будет лапка животного. В этих лапках у нас будет собачка держать конвертик, письмецо. Нарисуйте 2 клапана. В верхней части я буду рисовать мордочку собачки. Вы можете придумать любое свое другое животное или какого-то мультяшного персонажа. Вот так получилось, теперь надо вырезать. Я раскрашу песику глаза и носик черным фломастером. Если вы рисуете другую картинку, свою, используйте разные цвета, чтобы получилось ярко. Теперь подгибаем нижнюю часть вот к этой горизонтальной полосочке. Мы ее рисовали карандашиком. Делаем складочку. Клапаны лапки песика закрываем. И черным фломастером на них наметим пальчики. Небольшие. И здесь. Осталось приклеить сердечко и нарисовать конвертик. Из красной бумаги я вырежу сердечко. Смотрите, нарисуем сердечко. Я рисую небольшое, вы можете сделать крупное, довольно большое. И вырезаю его. Вот такое сердечко. Сейчас я его приклею в центр конвертика. Несите немножко клея, у меня клей-карандаш, поэтому все это быстро очень делается. И приклеим в серединку. Вот так. А теперь линеечкой я сделаю две линии. Это будет у нас как будто конверт. Смотрите, просто рисую линии от уголков одну,
и вторую по диагональке. Получается, как будто песик держит в руках конвертик с посланием, валентинку такую. Вам остается только нарисовать внутри открытки линии, чтобы написать пожелание. Рисуем линии. Вы можете сделать линии цветными фломастерами, тогда получится еще ярче. И нарисуем несколько сердечек. На этих строчках вы можете написать любое пожелание на день рождения, поздравление или свое признание на День Святого Валентина. А теперь небольшой конкурс. Напишите в комментариях свое пожелание моему каналу. Я выберу лучшее и назову автора в следующем выпуске. Такие открытки-валентинки обязательно всем понравятся. Оцените этих милашек, поставьте им свои лайки. Не забудьте подписаться на мой канал. До новых встреч!